объединение структурированной и неструктурированной информации как следующая точка приложения человеческих сил для того, чтобы уметь принимать решения на основе анализа этих данных. Исторически мы любим, умеем и понимаем, как принимать решения на основе структурированной информации. Вот за счет обогащения неструктурированной это дает нам возможности, ну, как бы следующего этапа эволюции в принятии решений. Для этого мощность вычислительных машин, изменение алгоритмов и вот как раз наличие людей, способных строить эти алгоритмы на основе анализа данных. Надеюсь дожить до этого.